Вторая часть, ремонт Husqvarna 365-372, в данном 371-372. Значит, в данном случае мы проверили, что у нас это вторая часть. Значит, мы проверили, что у нас с шлангом все хорошо, то есть у нас пускала крышка. Поменял местами крышки, здесь уже все герметично. Это важно, иначе у вас будет пила работать с перебоями. Теперь мы ставим картер на ручку и на бензобак в одном флаконе. Но перед тем, как поставить ручку, нам надо убедиться в том, что наши сальники, которые мы установили, и вот эта прокладка, которую мы тоже установили, держит. Для этого я пользуюсь очень простым методом, многим известным. Вот, беру, значит, бензин и наливаю в картер бензина вот до, ну, примерно вот до сель, да. Если бензин у нас уходит куда-нибудь, да, то есть вот мы видим вот здесь болото, да, под картером, значит, у нас сальники не держат или где-то не держат, то есть ищем либо на прокладке вот здесь вот снизу сверху, да, либо на сальниках, то есть одно с двух, как правило. Поэтому просто наливайте сюда бензин и ждите минут 10, наверное. Если он упадет, значит, если будет болото вот здесь вот, да, вот под картером, то у вас, значит, надо полностью переделывать. Но желательно, когда вы это все сделаете, тут же проверяйте перед тем, как устанавливать маховик, значит, и сцепление. Так, ну все-таки устанавливаем теперь ручку. Так, ручку установили. Вот, она довольно-таки просто устанавливается, если знать как. Значит, ну там просто будет немножко в натяжку идти, поэтому будьте аккуратны, ничего не сломайте. Значит, дальше идет вот такая вот держатель карбюратора. Значит, ставим его следующим. Предварительно надо установить вот этот патрубок. Надо правильное место вытянуть. Значит, вот эти вот клеммы. Это у нас клеммы идут от катушки зажигания. Значит, по факту клеммы стоят верхняя синяя сверху. Клемма вот эта вот верхняя синяя находится сверху. Вот эта черная снизу. Вот. То есть предварительно, перед тем, как установить клеммы, правильным образом устанавливаем глушилку, ну, выключатель в данном случае. Вот таким образом стоп должен смотреть на ручку. Все, установили. Дальше клемму черную вниз. А клемму синюю будем устанавливать с вами вверх. Как и должно быть с завода. Таким образом это получается. Ручку, я еще раз говорю, я не закручивал пока. Рано. Ручку мы закручиваем тогда, когда уже у нас будет установлен вот этот держатель карбюратора. Ставим держатель карбюратора. Перед тем, как устанавливать держатель карбюратора, ставим импульсный шланг. Импульсный шланг находится вот здесь. Вот таким образом он должен стоять. Вот, значит, покажу. Импульсный шланг должен идти вот сюда, а топливный шланг должен идти вот в рядом дырочку. Они довольно-таки просто ставятся, но самое сложное из этого — это установить. Сейчас покажу. Значит, установить самое сложное вот с этого, вот эту вот резиновую заглушку, которая, собственно говоря, уплотняет тросик газа. Поэтому устанавливается вон вот в эту дырочку. Сейчас установлю. Это сложно, но, ну как, не то что совсем сложно, это просто. Вот, но немножко надо терпения.
Ну вот, примерно вот так ставится, значит, вот этот вот уплотнитель. Также ставится вот примерно так трубки. И самое важное, это вот, чтобы вот эта трубка, сейчас я вам покажу отверточкой, значит, вот эта трубка тросика, вот она беленькая, заходила вместе с тросиком в механизм газа, вот этот вот механизм. Значит, почему? Потому что если у нас не зайдет тросик нормально, как надо, то у вас, как правило, ну, скорее всего, будет газ работать только на 30%. Поэтому вот к этому очень внимательно отнеситесь, вот к этому моменту, вот к этому тросу. Он должен четко туда заходить, и, значит, сам тросик должен находиться в пазу в своем. Это важно. Если вы этот момент профукаете, у вас в итоге почему-то на полном газу не будет работать пила. Объясняю, почему это может быть. Поэтому тросик ставьте очень четко. Здесь должно быть не 10 градусов рычаг работать. Ну, так сказать, ну, а на 30 градусов, например, должен работать. Поэтому все всегда проверяйте. Сейчас я буду закручивать вот эту пластину. Ребята, значит, да, извиняюсь, немножко запутал вас. Значит, вот импульсный шланг у нас должен заходить вот в это отверстие, а топливный шланг вот сюда. Поэтому, значит, импульсный, ну, как бы не сюда вставляем, а, соответственно, вот так, как я вам показал сейчас. Ну вот, значит, установили, и сейчас я прикручиваю без фиксатора резьбы вот такими четырьмя болтами. Показываю. Вот они вот так вот выглядят. Ну, теперь можно приступать за крутки самой, значит, ручки. Значит, вот там находится внутри демпфер. Обязательно он там должен быть. И с другой стороны также должен быть резиновый демпфер. Вот. Закручивается этот демпфер вот таким болтом. Таким образом ручка будет плотно стоять на месте. Далее можно закрутить уловитель цепи. Вот там вот такой вот болтик. Уловитель цепи. И вот на место ставится вот таким образом. Закручиваем. Ну вот. Все-таки было у меня сомнение, что возможно где-то течь. Значит, для этого я налил вот таким образом бензин. Именно вот сюда вот жидкость, она найдет, как сказать, лазейку. Ну вот. И если у меня под картером очутится бензин, значит, у меня текут либо сальники, либо прокладка. Ну, предварительно также желательно вот прокрутить коленвал и убедиться в том, что там все хорошо. Прокручиваем коленвал несколько раз. Вот. И смотрим, чтобы нигде не уходил наш бензин. Это я вам показываю, потому что, ну, все-таки правильнее показать все наглядно. То есть через 5 минут бензин в том количестве, который вот здесь есть, и должен остаться, значит, на месте. Если вы будете держать более 15 минут, то, естественно, бензин испарится, и вам будет казаться, что, значит, какая-то проблема, нет герметичности. Поэтому 5, ну, максимум 7 минут смотрим и также наблюдаем, чтобы ничего не текло под картер. В моем случае все хорошо, я в этом уверен, но для вас показал. Но еще раз повторюсь, желательно эту процедуру проверять тогда, когда у вас нету маховика и самого сцепления. Значит, дальше проверяем наш механизм рычага газа, заслонки газа. Натягиваем, значит, тросик и нажимаем на рычаг газа. И вот такое движение должно быть.
примерно вовнутрь должен заходить сантиметр. Примерно сантиметр. Я надеюсь, вам видно. Но натягиваем, именно натягиваем, чтобы он случайно оттуда не выпал. Вот таким образом он должен ходить. Если же он меньше сантиметра будет идти, значит, надо опять регулировать, смотреть, что у вас не там. Даже возможно с ним снятие в данном случае самого курка газа. Так, приступаем к дальнейшей сборке. Так, дальше устанавливаем вот такой вот воздухозаборник. Значит, ставится он вот сюда. Но маховик надо так поставить в такое положение, чтобы у нас вот этот винтик был доступен для закручивания. Вот, ставится он вот так вот, винтиком ближе к магнету. Вот таким образом. Надеюсь, видно. Если не видно, сейчас поближе поставлю. Вот между магнетом. Показываю. Вот у нас винтик наш. Устанавливается он вот сюда. Между ламелями магнетом. И вот закручиваем свое место посадочное. Также не забываем, что здесь у нас должно быть все плотно. Вот сюда вот все, воздух идет. И значит, желательно, значит, вот этот винт обязательно поставить на фиксатор резьбы, который держит воздухозаборник. Это важно, потому что в случае, если у вас откручится он от вибрации, у вас, значит, полетят ламели маховика или катушка зажигания, и много чего может сломаться. Вот так это выглядит. Надеюсь, видно. Вот таким образом. Все. Значит, дальнейшая наша задача. Отставляем картер в сторону. И, значит, берем наш цилиндр. Значит, что тут важно? Важно установить вот, скажем, вот этот резиновый коллектор правильно на цилиндр. Значит, чтобы его установить правильно, вот здесь вот есть две такие вот держалки. Вот они. Ну, как бы фиксаторы, что ли. Вот. Перед тем, как установить, мы ставим хомут. Выравниваем его максимально, чтобы он был максимально круглым. Да? Это важно. Почему? Потому что должно прижиматься все очень плотно, со всех сторон примерно одинаково. Вот. Желательно даже, ну, например, сюда установить какую-нибудь головку и предварительно обжать головку. Сейчас я вот зафиксирую окончательно. После того, как вы установили коллектор и зафиксировали, берете, как в моих прошлых видео, обычную резину и устанавливаете на отверстие карбюратора на самом цилиндре. И дальше вот сюда вы всасываете и вдуваете.
предварительно очистите, чтобы рот не испачкать. Вот, ну, все проверили. Теперь можно приступать к установке поршня на коленчатый вал. Значит, перед тем, как устанавливать поршень, устанавливаем кольца. Значит, кольца должны стоять разрезом к солдатику. То есть, грубо говоря, когда мы будем сжимать, солдатик должен быть сверху, когда мы будем сжимать кольцо. Устанавливается просто вот таким образом. Одно колечко. И таким же образом второе колечко. Не бойтесь, вы его так не сломаете, если, как я вам показываю, будете делать. Все будет хорошо. Дальше надо установить одно из стопорных колец. Вот такое вот стопорное кольцо, одно из. Неважно, в какую сторону, но я в данном случае устанавливать буду рядом с маховиком, потому что вот это стопорное колечко от, значит, сцепления гораздо проще будет установить. Значит, вот эти солдатики должны смотреть в сторону, значит, карбюратора, значит, а стрелочка, соответственно, как обычно, в сторону глушителя. Так, одно кольцо установили с помощью уткогубцев и провернули его, чтобы все четко у нас стояло в канавке. Вот таким образом. Провернули. Дальше смазываем вот этот подшипник с помощью смазки, например, литола, чуть-чуть, немного. Или же с помощью красного минерального масла, или же зеленого масла штиль. Значит, дальше устанавливаем поршень на место. Ну, предварительно, конечно же, желательно сам палец тоже установить. Вот таким образом, чуть-чуть, да? Дальше устанавливаем наш коленчатый вал. И ставим вовнутрь. Все. То есть, по сути говоря, сам игольчатый подшипник стоит. Дальше в него идет палец. Ну а дальше окончательно ставится стопорное колечко на эту сторону. Здесь удобнее его устанавливать. Ну вот, как видим, поршень на месте. Значит, с этой стороны стопорное колечко видно, надеюсь. И также с этой стороны тоже стопорное колечко. Так, ну, дальнейшее видео по сборке данного инструмента мы с вами увидим в следующей части.